Почему мы не срывали чужой захват противника? Да потому что не хотим друга травмировать. Ради чего? Его обычно так жестко срывают, что пальцы вылетают. Сами знаете. То есть соревнование-то, конечно, идет. Где-то еще приезжать в другой клуб, чтобы доказать, что вы нормально боретесь, это тоже идет. Но между нами здесь мы вдвоем боремся. Пока у нас, так сказать, везде пандемия летает, которой нет, то нам это неприемлемо. Мы предпочитаем так взять классический захват и уже, исходя из него, бороться. А там получается, что очень много на ноги работаешь, очень много подсечек делаешь. И это тоже очень и очень хороший материал. Очень хорошая штучка, потому что начинаешь нарабатывать какие-то подсечки, какие-то подножки, исходя из чего-то, как противник стоит, ты можешь сделать что-то. Так что, как говорится, одна дверь закрывается, другая открывается. Ну все, ребята, давайте. Всем пока. Самое главное, что всем здоровья, берегите здоровье. Ешьте больше натуральный антибиотик, чеснок и лук. Всем пока!